Старые премьерные буклеты, концертные программы и фотографии 50-х-60-х годов всем на обозрение. В Стерлитамакском краеведческом музее открылась выставка «Театральные подмостки». Посвящена она Дню работников культуры и Дню театра. На выставке представлено более 100 исторических экземпляров. Среди них и фотографии из архива художественного руководителя Башкирского драматического театра Стерлитамака Гульдар Ильясовой. Выставка пройдет до 14 апреля. Каждую неделю она будет пополняться новыми экспонатами, обещают организаторы. Там целый вот такой пласт жизни представлен. Первый спектакль, первые репетиции, диплом вот о награде, такая очень важная деталь. Ну и современность, естественно. Мы же теперь и благодаря этой выставке познакомимся. Некоторые не знают, может быть, не все знают о наших вот современном, так сказать, дне наших творческих коллективов.